Ребята, всем привет! Сегодня я буду перебирать ёшту. Муж нарвал, привез. Ёшта — это наподобие черной смородины, но это не черная смородина. Но вкус как у черной смородины. Вот это надо мне все перебрать и пересыпать сахаром. Будем делать варенье. Очень тяжело и нудно ее перебирать от этих палочек. Но ничего не сделаешь, надо. Зимой очень вкусное варенье будет. Вот перебрали ягоды. Настя мне помогала, поперебирали, поубирали, все промыла, высыпала в кастрюльку. И вот сейчас буду добавлять сахар. В банке как раз 800 кило сахара. Ягод я даже не знаю, 2 кг, наверное. Но сейчас взвешу примерно, хотя бы гляну сколько. И поставлю варить. Буду проваривать его. И потом вам покажу, сколько баночек вышло с этих ягод. Иди положи в мойку, я помою этот мячик и будешь играть. Сегодня я затеяла уборку среди игрушек. Ну и так, по мелочам. Сейчас я вам покажу, что у нас творится. Это вообще капец, полный капец. Ну вот, смотрите. Здесь я уже более-менее в корзину послаживала игрушки, поубирала. Плохо видно, отсвечивает окно. На диван сложил Артем игрушки. Мелик нашел, да, Илюш? Дома. На улице будем рисовать. Нет, дома нельзя. Вот веник стоит, повыметала оттуда он уже кучу бумажек, кучу всего. Здесь и хлеб лежит, и бутылочка, и тарелка, и ложка. Короче, как всегда, в семье, где есть дети. Да? Это в пакетик я отложу те игрушки, которые Давидику. Илюш, не трогай. Это Давидику. Ну поиграй, это мягкие кубики, много. Чтобы это слаживать зверей. А это вот машинки вчера достала и высыпала ему в коробку. Убирала, давно не доставала эти машинки. Сейчас убрала, как новые. Играется. Вот так вот, короче, у нас происходит. Утро начинается. Да? Не надо высыпать. Надо помочь маме. Сложи вот машинки свои. Вот видишь, ты достал? Сложи их назад в коробочку, машинки. Вот, в эту коробочку. Вот они, машинки. Вот они, смотри, вот они, машинки. Вот, да. Убирай. Вот у меня стирка высохла. Надо сложить. И это тоже. Сейчас я вам покажу здесь. Но здесь более-менее, в детской комнате более-менее чисто, но на столе у нас беспорядок. Артем у нас делает уроки, математику, да, Темочка? Вот у него счеты, учится на счетах считать. Еще у него терка есть. Да, и терка на карандаше. Все, не будем тебе мешать делать уроки. Эта машинка тоже Давидику, я ее помою, она как... резиновая, не резиновая, непонятная такая. Ну, Давидик очень хорошо грызть ее. Грызть можно? Да, грызть можно. Маленький? Угу. Там самолет лежит, мы им постоянно играем. Это Надюшка нам прислала, подарила. Спасибо огромное. Любимая наша игрушка. А в кухне у меня... Ой, ребята, лучше не заходить, что у меня в кухне. В кухне меня ждет вот такая вот гора посуды. Все покушали, поставили. Ваня, он пришел, купил мне кофе. Все покушали, поставили. Вот это мне сейчас надо будет перемыть. Перемыть и ставить что-то, готовить, кушать. А вот у меня вот тут варенье варю. Сейчас надо включить, проварить его еще. Еще 2 раза проварить и можно закатывать. Варенье я варю.
Нет, не выкидывать кулечек. Варенье я варю 3 раза по 15 минут и на третий раз закатываю в стерилизованные баночки. Сразу под машинку. Ну, это по старинке, как нас учили. Так что вот такое у нас утро. Ну, утро, мне кажется, это у многих такое. С вечера я посуду не мою, сразу говорю. Вечером покушали, у нас вечером очень-очень плохо идет вода, поэтому я мою утром. Как раз после ужина и после завтрака у нас набирается вот эта вот посуда. Да, Илюша? Да. Начинаем уборку? Да. Начинаем уборку. Да? Да. На, еще где-то 3 кубика. У нас 2 набора таких мягких. Где-то в игрушках лежат. Дети достали шары, понадували. Шары больше давать не буду, потому что осталось их совсем чуть-чуть. А скоро день рождения у Артема. Шарики нужны. Так что вот так вот. Да, классно. Ладно, все, начинаем уборку. Пошла я убирать. Вот они, наши котятки, спят. Да? Накушались и спят. Такие уже большие. А этот вообще пушистик-пушистик. И все на него ложатся. Да, Мия? Мия. Что такое? Мия, погладить тебя? Да, ой, погладить. Хороший, да, пушистик, рыжик. Вот этого рыжика, честно, даже не знаем, куда и за сколько его продать. Вообще не похож на нашу породу. Это у нас тут банки стоят перевернутые, теплые. И они вот тут спят. Да. Ой, он маленький. Вот это вот три девочки. Да, это пацанчик. И вон мальчик. Хлопчик. Красивый, красивый. Да, и Яшка наш. Да, Мия? Говори громче, мы сейчас без микрофона. Глянь, подсветка, вспышка даже сильно не подсвечивает. Ребята, давно я не снимала на улице, мы пришли с прогулки и закрываем курей. Кур, а не курей. Вот там вот у нас сарай. Вроде на улице еще не сильно темно. Тебя? Вот так. Мы гуляем. Опа-зна. По фоточке? Ты хочешь с мамой фоточку? Ага, открой глазки. Да? Там приехал кто-то на машине. Ваня. Сейчас пойдем домой. Курей закрываем и идем домой, да? Фоткать. А ну давай так сделаем фото. Давай. Так. Мина. Глянь. А какой? Ребята, ну вот закрыла я варенье с Ёшты. И у меня получилось 4 баночки. Пол-литровых варенья. Так что на зиму есть 4 баночки. Маловато, конечно, но посмотрим. Если еще будет, то еще закроем. Еще литровую баночку я просто заморозила свежей ягодой. На зиму, чтобы варить компотик. У меня там уже заморожена вишня и ёшта. Можно будет соединять и варить компотик, будет очень-очень вкусно. Так что всем с
Спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотры. Оставайтесь с нами. И всем пока-пока. До новых встреч. Да, Ксюш? До новых встреч, скажите.